Сотрудников Павлодарского роддома обвинили в смерти молодой матери. Причем погибшая сама была врачом-гинекологом. Родственники женщины говорят, что медики не доглядели за роженицей. Трагедия произошла в мае. 29-летняя Еркижан Акимбекова родила сына. Все было хорошо, пока не началось кровотечение. Женщина не раз обращалась к медсестрам, но помощь пришла слишком поздно. У умершей остались малолетние сын, дочь и новорожденный малыш, который, кстати, чувствует себя хорошо. Обстоятельства послеродовой трагедии сейчас расследуются. Служебной проверкой было назначено патологоанатомическое исследование. По результатам установят точную причину гибели роженицы. Это третий факт материнской смертности в регионе с начала года. В прошлом году в области зарегистрировали 3 случая. Как минимум за халатность. Это минимум за халатность. И плюс недопуск к работе. Недопуск к работе. Ну, пускай такие люди работают в поликлиниках там, или медосмотр, пожалуйста, садятся. Но в стационары я бы пожизненно хотел бы, чтобы они не приходили. Сняли с должности, были объявлены выговоры. Первый руководитель, директор городской больницы номер 1, его заместители и остальной персонал, который принимал участие в оказании помощи данной пациентке, они привлечены к дисциплинарной ответственности в виде выговора. Заведующий родильным отделением снят с должности и переведен обычным дежурантом в ургентную службу.